трансляцию. По всей души просто корабль запиздячил. Лайк, конечно, все в этом пакет. Все, ну, мне нет игры. Добавить. Кнопки перепутал, сука. А че, кнопок мой? Microsoft, Commerce, Java, Java. Сторонний сервер, да? Бля, как? Я тоже звал. О, блядь. S-man. S-man, yo. Удала я лута кока. Ну, работает? Я буду, да. Че, как? Слышно меня? Йо, слышно, слышно? Ну, то что там пиздец все громко. Хорошо. Да я тут просто сейчас настроил. Сейчас, подожди. Ебать, ты громкий нахуй. Шеверлен для Украины. Фак собирает, понял? Я понимал, челик у нас собирает рапиру и мом на фуру в миду. Ну попробовать Лёрика разъебать. Нахуй Лёрика. Давай Луну сейчас я приду. Понятно, что это хуйня есть. Когда пойдет. Ну а Майнкрафт так же пишет себе Майнкрафт. Он на этапке, блядь. На епсике, блядь. Не догоняю просто. Так, вот. Сейчас кушать буду. Готово, Михаила. Нахуй. Потише чуть-чуть. Так, потише чуть-чуть, Михаила. Чуть-чуть ОБС потише. Всех потише. Меня видишь микрофон? Раньше помнишь, как меня слышно было нормально? А сейчас пиздец, что стало, я не понимаю. Знаешь, просто у него, ну как бы, нельзя ругаться. Его мать в детстве уронила, а вот голову помяла, там такая вмятина. Знаешь, как, блядь, это? Охуеть, я вот до сих пор хуй услышал. Парашки, вот, блядь, бывает, сомнёшь. Вот. Ну поэтому ты пиздец, так что хотел вообще. Так, когда его мать-то родила, понимаешь, его сначала уронили, а потом уже в детдом сдали. Продумано. Михаил. Сейчас будет гореть на стриме, это будет смешно. Понимаешь, фура просто никчемная, она ничего не делает вообще, она просто фармит. Я не знаю, как отредактировать его нормально. Тут погромче, да? Точно, чтобы было слышно. Михаил, скажи что-нибудь. ОБС вот так вот. Сейчас уже раскачано, я не знаю. Да, ну как там? Михаил, ты муракеш. Михаил, скажи что-нибудь, мне надо тебя отредактировать. Тайтан, ты лучшая игра. Шаман наёмный. Ну, я считаю, заебись. Я прям как мастер отредактировал все нахуй, блядь, заменил, подкорректировал, закорректировал и разбил яйцо. Самое главное, что разбил яйцо. Побрал, блядь, ёбаную. Надо сейчас все яйца разбить, которые есть. Зачем? Чтобы было много куриц. Сделай отдельный диван для куриц. Не хочу. Почему не хочешь? Ну, супер, как-то. Может, ты хочешь отдельно курицу делать? Не хочу я. Пускай все умирают. Мне похуй. Стрим где, блядь, Игорь, это в пизде нахуй, стрим, пиздишь нахуй.
Скучно ему нахер. Не туда смотрит, блядь. Игорь, нахуй. Стрэм ему подавай. Бесплатный стрэм ему подавай. Ух, сука. Блядь. Пиздец, страшно. Михаил, это не тебе. Ну, можешь тоже посмотреть на мой охуительный стрим. Охуительный Майнкрафт. Е-е-е. Угу. Не знаю. Не знаю, Катя, не дави на меня. Не дави на меня. Ты же любишь эту игру. Обожаю. Пиздец. По два раза уронили тело. Игорь. Во, нормально. Пидор. Да сраная зажигалка, блядь. Че ты хочешь? А, еще яйца надо вбить. Еще раз кидала хер пойми, как вот, цени, саженец березы. Можно саженец березы. Что-то та-та-та-та-та. Вот, саженец дуба. Посади их все на дуб. Посажу всех на хуй. Отлично, каточка, зашел поиграть. Все портят фуру. 20 минут фура никуда не собрал вообще. Он просто стоял в миду, стумит. И бедный теперь как бы хуйней занимается какой-то. Просто АФК стоит. Пиздец, тупая мразь ебаная. Фура, и мать ее ебал. Просто вот лишний раз подтверждает, что дота для футболных долбоебов. Я думал, блядь, дота для дотеров. Да, ха-ха, привет, Игорь, здорово. Как дела? Как что-нибудь? Я уже сегодня туда не поеду. Так. Потому что я утром все забыл. Чё, ха-ха, чё, ха-ха, чё ты смеешься, Игорь, блядь, тебе смешно? Я тебе сказал, поэтому позвони мне. Не норм? Что не норм? Мой стрим не норм или чё ты, блядь, это? Спросил, как ему делать. Ты не пизди. Игорь, ты, блядь, не пизди, смотри, какой гриб нахуй принес нам. Гриб. Можешь вырастить, везде большой гриб. Да, я буду жить в грибе. Сказал, дела. Да. Дела? Дела плохо. Да, скоро умер. Правильно. За компом сижу. Хокаю. 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 Игры железа просто миллион. Вот можно делать предметы железа, но все еще экономим. Пол нормально сделать. Блядь, какой пол, подожди, ты с полом. Рядом с лестницей. Да в пизду его, сейчас все будет. Надо ель сначала найти. Еще будет. Будет рейд. А там очень сложно. Да я всех разъебу. Ага, смешно. Я тебе отвечу, ну мы с Игорем всех разъебем. А, сраная жига. Там помимо разбитников и еще поборники, бля, и большой разоритель. Заодно попить принеси. Ну, сука, жизнь, бля. Моя жестянка. Фу. Зря так сделал. Все, не жить ничего не очень. Раскидываюсь с цыплятами. Зачем ты? О, Игорь, ты чат. Дела, пускай Миша качает. Миша качать, а Миша себя занят. Качать-то. Не знаю, мне Игорь пишет в чат, чтобы ты качал Майнкрафт, он заебал меня. И это, пиши Михаилу это, а не мне. Игорь. Михаилу в чат пиши это. Правда, нет чата, но. Яички, блин, Игорь. Задержка что ли у тебя нормальная такая? Смотри, а я хотел наш дом выкопать, видал, да? Что сделал? Нашу комнату главную хотел выкопать. Надо будет доделать это. Чтобы мы скинули оковы земли. Как наркоманы. Что да?
Я не понимаю, что да, Игорь. Именно задержка, как бы. Задержка. Понимаешь? Я надеюсь, ты это понимаешь. Да, это пиздец. А подпить? Да, блядь! Своей телепатией занял меня. В смысле, я как только тянул силу, сказал, блядь, еще попить заодно. Нет, я не говорил так в голове. На стриме все подтверждение есть. Собирает, блядь, рапиру 22 минута, нихуя нет вообще. Кто рапиру собирает? Враг. Кто, блядь, собрал меда с первым итемом? Кто иди в очко, понимаю, в смысле, блядь. Кто, блядь, собрал мом? Сейчас парень хочет собрать этот рапиру. Стрея, блядь, насмотрелся еблана, блядь, и в рейтинг пошел катать. Стрея крутой, кстати, оно ебашит. Ну, только этот-то не ебашит, вот в чем проблема. Этот не ебашит, этот хуй ебаный, да. Знаешь, это все самое главное, Андрей, это все в рейтинге. Ну, это классика. А что ты хотел? Думал, блядь, все, дота изменилась. Жизнь пойдет нахуй, побьется новым ключом. А что, Игорь, долго задержка-то? Вот я сейчас скажу, ты пидор, через сколько ты услышишь это? Блять, Катя, не закрывай мне обзор. Седло, Игорь, найди. Седло нет, я потом сам пускай ищет. Сам, чё сам? Сам, сусам. Сам пидор, да, я знаю. Чат, смотри, смотрю чат. Игорь, всё смотрю. Игорь, всё читаю. У меня чат переебал, он как бы висит. Я даже твое сообщение, блин, пидор, нет. Ну, совсем зашел. Опять мне совсем, наверное, играть не будет. Месяц. Что он ли хуйня вот такая просто, типа, ну, приедает. То, что надо с нами играть. Нет, это на вечер. Нет. Одну на двоих? Одну на троих даже нельзя. Что ты будешь вечером есть? Блин. Сам работай, негр. Я сейчас как бы за деревом пойду. Смотри. Буду дерево добывать. Движение, и все 5 минут игра шла. За 25 минут вас снесли? Да пошел ебать мать фуры. Ну нет, игру куда там, блядь, сипели с нормально. Достойные претенденты. Достойные претенденты. А как мы зарепортить хуесосы, я не понял. Я не знаю, после катки. Это какое-то говно на БХ. Можно посадить что? Это мы, кстати, тут дерево посадили. Подать? Можно подать. Не знаю, что это за говно? Почему оно здесь? Игорь, я разбийников убил, прикинь, на меня разбийники напали. Ура. Бля. Алаба. Так. Это была Алабама какая-то. Шоп, раз, два. Блять, что-то выкинул. Сука, у вас это семейное. Открываю статистику игры. Поражение, победа. Это вы поражение, разлили здесь? Победа, поражение, покинуто. Неплохо ты катаешь в доту последние разы. Паралям, нахуй. Жетонов да победить надо. Ну то что-то нету в игре, как. Это не предусмотренная игра, это что-то. Просто нажать на одну кнопку, это скажет не предусмотренная игрой инвентарь или на себя посмотреть на F5. Нет. Сферали. Если бы это не было не предусмотрено, сделали бы как в бодроке. Что-то включается, когда включаешь читы. Координаты для пидор. Есть кастомка аниме. Меня же кончились, да? Угу. Вот и иди на, ну.
Лианы хочешь добыть, они прикольно растут. Дом обвешать ими. Да, можно. Но они ножницами подходят. У меня ножницы есть. Ого. Потом они вырастут. Вот красиво. Ладно, этого хуесоса с нами благо не попалось. БХ возьму, сейчас буду крысить. Чуть ли я там жила в булыжнике. Где у тебя крафтить можно? Булыжник? Сам и ПХ запретили. Сейчас на флюшку пойдешь ночь. Да, ночь соглы, бля, я поздно что-то пошел. Я хочу дом вырубить. Хочу вырубить дом. Я успею. Умрешь. Показать сообщение. Я разрешаю, чтобы это сообщение было опубликовано. О, громаго возьму. С Катиного аккаунта причем. Так я же модератор. Вот там на Игорь, не хочу умирать. Я сейчас на тебя пожалуюсь. Сейчас забаню в чате. Забаню. Пидор. Да, ты, блядь. Ай, блядь, нос зачесался. Смерть. Эй, значит, получишь ебасину. Плюс смерть тупо. Все, нахер. Все, Игорь, ты меня загнал, я ухожу отсюда. Блядь, у нас минер в тиме. О-о-о-о-о. Ну, игру подряд, Андрей. Да. Дом, дикий дом. Ты скачай Майнкрафт. Чувак пикает фуру. Только другой. Другой чел берет фуру в мид. Идет? Он мне написал, идет, не идет. Кто куда идет, Игорь, кто куда идет? Ай, блядь, маслину поймал. Он бегает слева. Блядь, там еще. Их двое. Они влево, не поворотливо. Они правши, что ли? А, в натуре. Нет, интернет отлетел. Забанить. Не бань. Дай ей интернет. Хап-хап-хап-хап-хап-хап, показать. Чё, а у них, знаешь что? У них макака, Леон, инвокер, пуш и ещё какой-то выпуск. Кстати, опять какой-то даунич, наверное, стрей, или как его там мне в прошлой игре сказали, засмотрелся, блядь. Очередная хуйня сейчас будет. Фанатов стрей. Уже 5 часов. Да хуя. Да, уже 5 часов, я сам в ахуе. Блин, ничего, хоть не вот еще. Хуенно. А, игра в минус. Блять, они в воде нахуй ныкаются. Да-да-да, они очень умные стали. Да. Они теперь когда горят, такие в воду нули. Фура метал есть, нам похуй. Хотя когда у них шапка есть, они не горят, кстати. Какая шапка, блять? Ну, они могут заспавниться со шлемом. А, я помню, да, по-моему, видел таких. Ну вот, они не горят на солнце, когда так. Урка на солнцепеке удар не держит. Лего, с тобой постоять или фарду? Охуенно! Текст можно красить. Как это приятно. Неожиданно и приятно. Нет, герой, конечно. Хочу насмотреться стрей и играть в доту. Все, ну. Он на флюшку ушел. Флюшка. Финдю флюшку. Сейчас там враг. Мне из-за этого было страшно флюшку делать. Так, подожди, не дышать, я дышал сразу. Ну как, пытался не дышать, но не мог на это время. Почему? Блин, не могу, только надолго задержать. Надолго-то не надолго надо. Там воды все это сделали. Столько. Это жестко. Ну, мне долго не могу все задержать. С почти дом разобрал. Беду. Там дольше надо. Почему ты шейдер меняешь? Тут мне нахуй так все лагает. Ну видно, короче, в 30 FPS или в 24 я бегаю. Не ставишь, кинематографично, так сказать. Мне бесит, что у тебя яркость стоит очень плохо. Так это Каев же. Каев, когда среднее. Это реализм. Там и тени более-менее, и не слишком темно. Ночью вообще слишком темно.
У меня не реализм, у меня крафт игры не любят. Я, кстати, удочку крафтил и рыбку ловил. У меня была уточка. Я все равно скрафтил. Удочка и уточка. Потому что я все складываю. Ты в корду пойдешь, не? Может, ты нахуй пойдешь, не? Ну, не ты, а вот кто там? Гранит выкинь, нахер он тебе нужен? Диорит. Диорит. Вон гранит, с булыжниками. Рядом с Редстоуном. В первом. Сожги. Так вот, сейчас сделаю. Вот, сосите. Москва Сити. Да, надо было инвентарь загрузить, конечно. Вообще надо посмотреть сундуки и рассортировать их, потому что у вас кости могут везде быть. Почему у вас нет отдельного сундука для лута и монстров? А то я вообще хотя куда паутина складывать. Я тоже хуй хз. Кости в ботанику. Я ее вот заметил, что ботанику кидала туда. А вот сейчас паутины делать и с такими глазами паука вообще смотреть. Думаю, их просто в инвентаре отпускала. Ну, все подписать надо еще, все сделать. Надо сделать эндер-сундук, нахуй. Хер. Не знаю. Вообще эндер-сундук нормально, когда у тебя есть шелковое касание, вчера. Алмазное кирпич. И, знаете... Я его отгоню, и, чтобы он не эксплелся просто. Ну, тогда. Чтобы один стоял дома, другой... Вообще, самая крутая тема — это шелкеры, но они появляются после того, как ты уже дракона убьешь. Сталкеры — самая нормальная эта тема. Это ящик, который можно с собой таскать. У него складываешь, ломаешь и с собой носишь. И когда массовое строительство произведено, то нормально. О, теперь кота дома нет. Все, грустно приручил. Ты не знаю как. Рыбу убей, просто дай ему рыбу. Тут нет рыбы. Когда он к тебе подойдет. Да нет, должен быть. Где? Уплыла все на дым. Можешь поймать. А у вас нет рыбы? У меня грибы отравляющие нет. Попались, блядь, сейчас вот могу заплатить. Не готовый. Не готовый, еда. Перенесли табличку. Не готовый, еда. Не готовый. Надо ловить. Ну вот верну, когда пол заделаю, вернусь за ней. Надеюсь, он будет жить. Я обязательно выложу. Кругом вот эти столбцы из грязи. Ну я не осуждаю, у меня один такой столбец стоит, чтобы ни в какую сторону идти к моему дому от спауна. У нас спаун здесь. Ну да, но у меня по-другому немножко, потому что не понимаю, нахрена здесь. В смысле, зачем, чтобы кабу найти? Да, на ориентир у нас больше никакого ориентира тут особо-то и нет. Для ориентира добавили же костер. Он прогружается очень далеко, и если под него сноп снега поставить, у него дым вот так вот идет, очень высоко его видно. Очень полезно, я так и пользуюсь, чтобы в деревню свин ходить и так далее. Можешь сделать костер, под него сено поставить. Ну если что, хупа нужна, вы говорите, я тут просто леги тут очко вылизываю. Уже сколотил, половину испортил, такой, ну Леон, все исправит. Ночи нет, что ли? Не знаю. Нахера тут завел? Проход. Будешь еще раз ебать. Идем на белый конек. Ту-ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Поспею сейчас за второй сделать. Так, я ловлю досок до хуя. Можно это доделать. Банул, пидорас. Какие доски красивые. Вот особенно это сочетание этих кирпичей, вот этих вот досок. Вообще заебись. Если сюда еще листву добавить, так вообще красота. Лучше ничего не видел в своей жизни. Ай, бля. Кулаком уебал. Сделай эти ступеньки тут сюда и вставь.
Сейчас будет заебись красиво. Делай коромевый материал, не копай пол под печкой. Нахер ты говоришь, под всякими такими полами предметами. Ну зачем? Блядь. Ну что, блядь, я без тапка, блядь, не успеваю, там вот я... Ну хуй мне экономить блоки. Я не помню, как я это сделал. Да и хуй с ним. Какой экономить блоки? Не-не-не. Почему? Потому что я блок. Александр? Да. Пистолетов. О, кот, забери кота. Нет, котик. Котика потом, Игорь. Все потом. У меня еды нет для него, чтобы его забрать. Сначала надо доделать. Сейчас я вам удочку возьму, наловлю рыбы. Заберу кота. Я видел, у вас фуга лежит. Фуга, фуга. Нахер? Не знаю, откуда она. Ну, поймал. Игорь поймал. Ты к себе в шкаф положил, только мою. Только моя фуга. Смотри, как идеально. Последний. Воу. Я, блядь, просто... Флекс. Биг бэби тейп. Побольше света, чтоб не... Киловатт руки носишь? Чтоб никаких пидорасов. Бля, чё это такое? Что это за инженерная мысль? Бля, потолок я, кстати, не сделал нормальный. С какого сделаешь материала? Сделай лист хуйна. В пизду, бля, все остальное. Я не знаю, с какого. Вот что это было. Угу. Не, на каменном сделать потолок вот такой. У меня как раз дохуя его еще. У тебя первого нету, да? Жалко, пиздец. Жалко кого? Ну чела просто, а нет одного. Котя, блядь. Милый. Котик, милый. Котя, милый. Нет. Бедный Костя. Тут очень много котов спавнится. В основном они в деревнях спавнятся, их можно тут забрать. Там с мятыми носиками, как Гизмо ездит. Такие милые. Я почти всех котов собрал. Коллекция, собери всех котов. Там есть достижение собрать всех котов. Нахуй. Называется кот-лекция или как так? Кот-лекция. Я не помню. Кот-лекция. А, кот-алог, вот так. Достижение, мне нравится, как и название достижения. Будет как дома. Теперь это хуйня курона, да, охуеть. Когда во Вторую мир войне заходишь. Есть Маяковский, когда маяк делаешь. Локализированный мем. Так, коты, маленькие. Смотри, какие еще коты-то есть. О, они еще на кроватях спят так мило. А они, когда ты ложишься спать, на тебя такие... И спят с тобой. А когда ты просыпаешься, могут тебе с каким-то шансом принести рандомные вещи. Алмаз. Не такие. Не круто. Даже в этом. В Сабнаутике можно принести себе никель в руку. Ну это слишком читерно, знурухаешь. Там в основном всякая кроличья лапка, там перво. Ну один алмаз только кусок. Говно какое. Один алмаз можно. Один алмаз не пидорас, так сказать. Можно покрасить еще один. Я покрасил, ебал. Кошки шипят на атакующих фантомов. Фантомы и криперы боятся кошек. Вообще фантомов отпугивает. Криперы. Значит, она будет жить на улице. Поражая врага огненной волной. А криперы что, они как мумия, что ли? Почему? Мумия тоже боялась котов. Пока не стала сильной. Достаточно. Чтобы не бояться. Я ничего не помогу вам. Нет, я забаррикадировался. Кошки любят сидеть на кроватях, когда они сами садятся на них. Они могут сесть на сундук, и ты не сможешь его открыть. Ты уже соскинешь оттуда. Только пиздуй. А также греться на горящей печи. Игроки не смогут воспользоваться сундуком, если на нем сидит кошка. Чтобы, блядь, защитить сундук в многопользовательском игре. А чё, чувак, просто можно кошку скинуть. Кошки могут видеть игрока, если на него наложен эффект невидимости. Вот так все достижения. Чу-ку-чу. Какие умные кошки. Приручные кошки могут приносить игроку различные вещи, также кошки могут лечь на кровать.
пустынной деревне кошки могут охотиться на кроликов, которые часто пытаются там. Ты куда? Воды налейкать. Тут кто-то вянет. Не, веник. Ну, веник. Можно там подраться попробовать. Цветок? Блять. Гениально. Красиво. Чтоб ни одна нахуй падла не появилась, все закончилось, ну пиздец. Жирный вес, смотря аккуратно. Пиздится, пацаны. Блядь, где уголь? Угля нет. Во. Было шторма как у меня вылетает. Ай, блядь. Все, никакая падла не появится здесь, надеюсь. Значит, уже аганим будет скоро охуеть. Аганим. Хотя нахуй аганим, я леда соберу. Ну какая минута? 15-я. На ком ты? На агре мультикасты работают. Нам тогда нормально. Раз на агре. Каждую пухую, когда ты его собираешь, да, да, тебя, да, блядь, да, 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 да. Огр заебись, на агре это тогда must have. Да, 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 да. Так, вот удочка. Уже вон 30 урона на пиздили. Сюда, блять, пункт, там 8. Похавы. Макака летит. Типа от меня. Бог тебе здоровья. Поцелуй его в пузико еще. У тебя в пузико, твоя мохнатая поспала. Я не между тобой. Ай, да, да. Ну хоть не ГГ. Пошли, пошли, выйдем, пошли, выйдем. Затанчим. Ладно, типа 1-3, я считаю, нормально. Понял, тупо грудью защитил. Неплохо. Вообще 1-1-6. Я сейчас типа сделал красивую вещь. А типа ворвался, понял, в толпу. Он говорит, я никого не вижу, а там трое. А у него, короче, ДД и мой третий баф висит у Леги. Ворвался, весь дэмэдж на себя принял, короче. И Лего просто с 2000 убила Леона. После чего, короче, мы пошли этот дальше ебать всех. Неплохо. Она я просто убила троих. Итогу. Я думал, по бабам пошли. Ну что, Огра две головы, а не два хуя. Так, взрослые кошки плавают в воде, а вот котята тоже. Если их не спасти, то можно что можно сделать полотку. Котята тут, я не знаю, можно топить котят за мукажи. Что заебись. 400 монет надо. Сейчас молоко к неприучение кошки деспавнится. Чё? Деспавнится. Деспавнится? Угу. Угу. Во. Заебись. Ты предметов вообще давненько не купила, блядь. Каталог. Все, заебись.
Котя милый. Спавнится в коте. Милый. Два мутика. Блять. Котя милый. А Хеогр ДД нравится, блядь. Сейчас, блядь. А сейчас вардок бы уже купил. Верни кота, да Игорь, погоди ты своим котом. Игорь не сидит с нами. Потому что он флюшку пошел делать. А так он... Он на стриме у меня сидит сейчас. В чате там всякую хуйню пишет. Он и Кремлебот. Кремлебот в натуре, Игорь, пиздец-то. Сейчас вон, блядь, по это, посплю и пойду. Блядь, а чё золото в минуту огра убрали, да? Пиздец, обида. Наверное. Да. Так, 75 к дальности заклинаний. Вот это Катика, блядь. Поугодная хуйня. Прям на глазах растет тростник. Это ж круто. Сука, котейка, блядь. Катя! Тут нельзя котейка, блядь. Нет. Курица куда хочет? Запомни, Михаил. Да ебать так долго. В пруду ловится, это пиздец. Пара. Пара. Пампа. Блять, 86 тронов плюс. И сына сын трое. Сука, вы заебали. И душные коты, я в ахуе, их просто заебали шипеться. Сейчас обидно, блять. Согласен. Он ушел, понял, я что-то вар тыкал и не успел по нему стан дать, так бы он отъехал бы. Так, ну сколько у меня рыба? 4, я думаю, хватит. Ой, куда я? Можно попробовать сейчас забить. Где было 10 серий убийств. 10. Не за этим. Забить пизда. Подожди, подождите. Чебахчик. Ебать, дельфин. Блять, в болото заплыл, нахуй, наверное, блять, так противно.
по болотам плавать. Я бы не хотел. Где котик? 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 Кыс-кыс-кыс. Чего, черная Китя? Иди сюда. Бро. На. Все, приручил. Ошейник есть? Да, погнали, Китя. На, еще еды. Погнали. Все, погнали. Заебись. Ганин соберу, я арчи быстренько подарю. Хоть один придет сегодня выпадет, блять, крипов нет. Блять. Я заебался пить. Нет, ну Китти сюда. Че, Китти не приручить? Ты думаешь, две рыбки хватит? Да я уже приручил. Здесь со первого раз, с первой рыбки. Ты его домой ведешь? Угу. Ты думаешь, он тонет? Не хочу, чтобы он намок и заболел. У меня такая же херня была. А я свою кошку в лодке вез. У меня нет лодки. Я в лодку посадила. Ну, садись. Посадись, садись. Пошли, блядь. Садись. Такой же, как Игорь, блядь. 10-й, 22-я минута, 10-й уровень транквила. Типичный Игорь. Наверное. Не мешай, как кушать. Наверное. Хоть будем? Это мосты просто звездят. Еще и скрывал, блядь. А что здесь должен был сделать? Захуярить сооружение, блядь, чтобы его провести? Да лодку. Ты нахуй лодку. Я... Нет, он мог. Все это бессмысленно. Вся эта жизнь, это сплошное бессмысленное приключение. Что ли? Все, иди сюда. Что, может, поделишь? А... Он телепортнулся к тебе. А, фух, я уже думал, все. Он закончился. Я думал, пучина его поглотила. Ты хотел сказать, что Нану его не хотел превращать, а теперь ты его любишь. Да, ну, давай, блин. Говно. Смотри, как он идет за тобой, такой, мяу. Такой милый. Бам, теперь эти две рыбки можешь потратить, то, чтобы размножить. Но тебе нужен еще один котик. Котя милый. Тогда у тебя будет три котика. Угу. Че, как его ставить здесь? Просто посадить. Как его посадить? Да, пока ему иди сюда. Рыбкой, молодец. Сейчас. Давай экстриме даст. Ну зачем? Ну че, красный крутой? Да экстрим по улице, блять, я бы все уже зафармил. Игорь ушел. Игорь, ты где? Сбив. Я там должен дофармить, блядь, и прахать. Что там с фермы-то у нас вообще? Вообще. То с... Что? Не так это? Иди. Она потом топтала мне всю ферму. Вообще все затоптала, я тебе хватит. Ну если бы затоптал, я бы подгорел. Да, охуел. А морковка кого приручать? Свиней? Ну да. Ну свиней, блять, боюсь, мы выбесили нахуй сыр. Без родителей. Если не меньше. Не, мы потом еще нашли толпу и тоже их нахуй погасили всех. Ай-яй-яй, яйца. А что из них делаются-то? Я же говорю, пирог, тыквенный пирог. Из яиц именно?
Что надо еще? Я тут. Вокруг все врут, я тут. Для торта нужно молоко, шумеру и сахар. А для... Хуя себе так жестко, блин, что-то многовато. И яйца нахуй, короче, яйца бесполезны, я лучше сварил их. Я не понимаю описание Аганима, типа. Получит новую способность, это понятно. Врага огненной волной, начало брожает врага огненной волной, начало урон целый гусаю. Запаса маны. То есть, так, блядь, прикол этой способности. Тебе дается дополнительная способность, короче, за суп. Ну вот. Написано, что первая улучшается. Первая улучшается? Ну, может быть, поменяли все нахуй. Вот именно, я не понимаю, что именно я не вижу. Все нахуй поменялось. Дота уже никогда не станет прежней. Нет. Так, дарует новую способность. Так, ну понятно. Тима, короче, просто описание поменяли, блядь, для дебита. Так, это сюда, это сюда, это сюда. Заполняем потихоньку еду. Что там? Да, он пускал, что... Здорово, я думаю, 8... Пора их на забив, ты уже думаешь? Да, братик, не знаю, помогу, нет. Хочешь всех выгасить подчистую? Пора их на подстригив. Да, покрашенных не надо убивать. Автоматы, блядь. Остальных нахуй. Так, собираем шерсть. Всех подстрижем и куриц. Угу. Если бы от двух цветных получился бы зеленый. Неплохо шерсть дал, дает. Шерсти синего с желтым. Ммм. Грехо. Вот почему. Вот как минимум. Мальчик не походит на качку. Игра в ножички фрагм переходит на улицу. Чувствует улицу. Я даже ни один скам дать не успел. У меня 2-4 стоят. Не хочу. Обратку МБ. Да я понял, что животных на забив. Не кис уже. Игорь, я кису тебе намутил. Я такая киса, пиздец, охуеешь. Вот, видишь, кися. Кися нахуй на забив. Все поставлю. Тебе еды мало, что ли, игры? Или чё? Сахар оставить или где? Смотри, сколько тут их, тут миллиарды. Но это немножко превращается, да, в жестокость, по чуть-чуть. Мультикаст. Кстати, вот эти 4 вылетят на медасе, это... Ооо, бля. Что, бля, может, у нас конечно я один? Да? Да. Блядь! Блядь, где ткань-то нахуй? Чё? Теги, блядь, плюс 200 урона, нормально. Пизда, Игорь, нахуй. Ебитесь в рот, пошли они нахуй, я спать. Еда нужна нахуй. Я все смогу. Видал кису, блядь, кису-то это я видал, блядь. Нам нахуй разнесли там. Все. Краши кур, блядь. Ай, бля, криперы.
Ну пиздец. Понятно. В дом ее. Я думал, она криперов отгоняет. Ну нет участка. Нет, если по барабану что варить, я потом все шины для армора заварю. Так надо чем-то заделать. Так как ёсно. Мост еще нужен, как бы. Видишь, мост сломали мне. Бля, один блок и забор. Кисю, блядь, в дом. 4 мультикаста с Мидаса. Кайфов, 4 мультикаста вылетел. Надо Кузю приручить. Еще да, лестница, куска лестницы нету, пиздец. Сраные, блять, криперы, нахуй. Их надо сделать могилу для криперов, ты понял? Делать геноцид. Блять, он что, не видел мои приключения, как мы сейчас чуть не трахнули, Игорь, ты чё? Куда ты смотрел? Нет, тут все нормально. Мне надо варды туда сходить поставить, но нам надо в лес не зайти. Я сниму. Как-то калитки. Вот дубовый забор. Калитки. Такие вот калитки. Так, пиздец. Мой участок. Как вот это выращенное, да? Нет, больше. Что больше? Блять! Выше, больше желтое. Я ебал эти нахуй. Ару, крипер, нет, закипай. Закопай. О, еще один крипер. Лопатой, нахуй. О, мне надо просто сходить. Блять. С кем-то. Я один, типа... Блять. Кое-что удовольствие. Смотри. Все, убивай меня. Вот это прикол. Вот это прикоп. Это, сука, значит, ферма. Я вообще ничего не понял, как так, блядь. Пиздец, они, конечно, умные, я в ахуе. Моментально сбрили, я даже, блядь, не стал, ни сало дать не успел. Ну, мне говорил, что картошка. Вот из-за этого блока. Не залез. Вообще, я сейчас обратку просто соберу, потому так не охуевали. Закопай землянку. Закопай землянку, блядь. Видел все, видел, да? Пиздец, по-моему, с задержкой этой смотришь, перемотай стрим. Морковь сажает, спешу. Блять, так похуй же. Мотыга-то, мотыги-то нет. Так что, мотыги следы, Андрюх? Именно она, именно оно, или что это вообще, не понял. Шерсть, это блок. Александр. Да, назовем Александр блоком. Я даже не знаю, кто это нахер нужен. Это блок. Чей? Ну, еду. Хуй, это же белая шерсть, коричневая. Можешь сделать ковры. Можешь сделать ковры белые, покрасить. Так, еда. Какая что-то еда-то? Морковка. Яблоко. Я. Яблоки ела. Так, это говно забрать, просто это сгорает. Сахар. Неплохо. Я сахар заложил. Угу, ну а кто ж еще? Хер знает, какой сахар ложить, это что вообще? Ну правильно, я ничего не... Неготовая еда из него. Это не готовая, да. Не готов. Это же гениально. Это такой за 500. Еда подъехала. Вытесни это овец уже. Я тебе говорил, сделай дерьми за гон для курицы. Не нормально. А что не так? Здесь надо будет 2 туда попробовать зайти. Я прям представляю, как всегда уже, знаешь, тоже крипер залетает и всех нахуй разносит. Да, да. Ебать, кур, показать сообщение. К
коня покормить, блять, коня покормить, а чем его покормить там? Морковой? Яблоком можно кормить, и можно сиропом сена. А морква? Морковой не, я правда не хочу. Пиздец. Ну, вообще не, по идее, должны морковь жрать. Ну вот я... лес, у нас преимущество, у них минус 2. Хоть ворды там поставлю. Hello. Эй, брат. У него линка. Чё, блядь, там инвентарь коня был? Он не хочет кушать. Не, он больше не ест, он не это. Хотя опять все пошло по пизде. Hello. Где мой чат? Может, чат я, кстати, лагует, поэтому он не сразу. Кота домой. Кота нахуй. Игорь, кота нахуй. Какой домой, блядь? Кота домой. Ты хочешь кота домой? Погнали. Сейчас он в лагу падает. Катакан. Ну, просто пойди домой, он за тобой пойдет. Он не пойдет, он идет. А что значит скорость полета снарядов? Я что-то не догоняю. У меня что-то пиздец. Ну, вот и что не идет. Я себе возьму, чтобы меня хер сбил так. Вон. Как уйти? Прокопай ему дырку, зато скажем вот это. Гениально. Так чё, нет? Погнали. Биг... Он не понимает, как через такую херню пройти. Биг Броза. Ну чё, тупой что ли? Сложно, слышно. Тупая нахуй. Забайся, ты, блядь. Кися. Нахуй, нет. Где чат, Кась? Это был мой конь. Так он может садиться на конь. Вася, я подойду. Вроде как... О! Все, вот пришел. В гостиную иди. Я его, блядь, это... Коммунный кот. А что, он будет теперь тут ходить? Он не будет за мной ходить? Вот, смотри, он сел на кровать, типа. Блядь, пиздец, это анимация, я его рот ебал. Так что? Он будет за мной ходить? Я чтобы он здесь именно тусил, а не сидел на месте. Банку, он, блядь, прожал свою да. хрень, и банка не, след... ну, не сработала, понял? Кто-то ткан тупой. Катакан? Кот-алькан. Кот-алькан? Кот-алькан. Шаукан? Кот-алькан, он написал как мне. Кот-алькан, блядь, наш бог. Я бы нашел бирку и назвал бы кота Кот-алькан. Верни, иди ко мне, мой Кот-алькан. Эй, кот, Толь. Пигиди, блядь. Или кот Пигиди. Блядь, что-то за стенку не доделал. Пиздец. Сука. Прям... Хотел вард подставить, чтобы было видно, куда залетать. Кого проебался. Ну ладно, забайтил, забайтил. Так было задумано, если все, ребят. И пиздобол, я скилловый. Что, блядь, меня крипы подсветили, понял? И я вард не успел поставить. Меня просто влетели толпой, отпиздили. А потом лего влетело, блядь, всем кабинеты разнесло нахуй. Блять, хули ты появился тут? Катя, чё он телепортируется? Китя. Я уебал её. Посади его, чтоб не телепортировался. Я ж посадил его. Нет, не посади. Он на кровать сел. По-другому. Я уебал его киркой. Первый был, кинул убил. Так это всё, в принципе, смертный приговор. Тяжёлое ранение. Ну вот он чё, он сидит, нахуй он сидит? Оттолкни его. Видишь, я, блин, хуйню сделал, я что-то подошел, должен был вард поставить. Все, теперь я сам посадил. Почему-то он понял, короче, не постоянно не хватало. Бежал да. по-другому, блядь, этот тигр меня куканул. Да. Ай, за мясо не хватит дать не могу. Че, крафчу? Я уже закрафтил, я себе, блядь, кухонку заебенил, кафель. Пиздатенький.
4 мультикаст вылетел опять. Неплохо. Мультикастный пацан-то. Два раза вылетел. У меня за игру, блядь, вылетел X1 только один раз, блядь. Хватал локерок. Не спотал. Один, сука, раз. Ну, если вы не выиграете, значит, хуёвый есть мультикастер. Я такой щит, блядь. Кухонку заебенил я. Блять, ты заебал. Загружать вверху проход, блядь. Пиздец. Не надо, не нормально. Ну все, теперь мастерская, смотри, красивая. Просто пиздец, мастерская, вообще дом. Вообще все в факелах. Взорви, взорви мины. Да, все в факелах, я, блядь, просто оккультист. Уебно. В смысле? В прямом? Я культас. Культас? Угу. А культас? А культус, тус, 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 тус. Еда у нас. Ты чай мне делаешь? А? Чай пошла делать? Ага. Заебись, мне тоже. А мне тоже. Чё крафтишь? Фиш-то крафчу, блядь. Что съебался? Я пожалуйста. Прости. Больно. Нет, ну это больно. Так, сейчас еще один мультикарт вылетит. Очень. Ну так вот, смотри, да. Тю-тю-тю. Вот тю-тю-тю поглотит. Так вот тю-тю-тю просто сидит. И эту херню все время творит какую-то. Она сегодня в полку легла, где вещи лежат. Там всякие печенья и так далее. Там где сахар, она просто легла в это, такая типа, ну она сама уйдет. Мне похер, я хочу лежать здесь. Ух ты наглая, сучка. Ну они в принципе похожи. Смотри. Такой один носик черный, грузовый. Угу. Так одна херня. Черные глаза. Назови Верочка. А, это и, не знаю. У Игоря конь, у меня кот, да. Игорь, у тебя конь, у меня кот. Запомни. Конь кот. Конька кот. Сука, факелы, куда настолько? Потому что, прикинь, у нас в хате появился зомби, блять. И я испугался. Я не хочу, чтобы у нас в хате появлялись зомби, ты понимаешь, да? Я хочу возвращаться в хату, чтобы там было спокойно. Блять, а не какой-то зомби тусил. Андрей, спроси, прописку выдавал в хате. Так, походу, Игорь, блять, нахуй выдавал прописку, кто ж еще, блять, пидор. Заебали коты тупые, блядь, хули они выебываются друг на друга. Главное сейчас самым первым, блядь, не сдохнуть. Это будет чики-бомбони. Такой чики-бомбони пиздец будет, охуеешь. Теперь у меня байбека нет, вот в чем минус. Блять, с ударах я понял. Угу. Блять. А ты не боишься тебя там отпиздиться?
Фу, блядь. А это бизнес. Бизнес? Блять, игра уже 46 минут идет, блять, мы все не можем ничего сделать. Uh-huh. Как бы не проебываем, но мы как бы не выигрываем, хотя счет 40-28. Uh-huh. Попробовать забайтить их, типа, понял. Один будет там на отца, а не сагрится. В принципе, я могу типа зайти, понял, дать всю эту хуйню сразу. То, что я кексы не успею раздать. Ну, сделал как в прошлый раз. Эти, блядь, сот. Там, блядь, сот. Сот 40 урона, сутки, понял? КБ-то там прилетит, или кто там собрал? А, это пиздец, надо что-то делать. Предлагаю пятером сейчас просто зайти на похуй. А, я первый сейчас зайду с крипами. Я сейчас банку кину. Что, рошу убьем тогда? Вы бы отошли оттуда. Макака, 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 ебем. С макака. Можно идти пушить вообще, нахуй, рожь, блин. Давай жру, давай жру. Ну, все поел. Санлай. Чё? Как житуха, братуха? В Житомире давно был? Угу. Парень, зря я тебе жопу вылизывал. Ай, блядь, ты что делаешь, да? Он... Кошку любишь, что ли? Я обожаю, блядь. Лучшая кошка. Все, заскринь её и кинься на страницу ВКонтакте, на Инстаграме. Угу. Скажу, вот мой новый кисть, он не умрет. У тебя нет, он а чё бы собрать не такого не охуенного из контроля из Абиса? Может, и котят. А, надо сейчас ещё Абиса собрать. Я не знал, что они могут, ну, они умеют плавать. Даже грустно как-то. А вот вопрос, а как мне нанесли 1900 хп сбили, если типа у меня 978, 443 и 400 демонов? Капитализм, кого счастье? Понятия не имею. Да в то ты дело. Чё ты пиздив на коммунив? Коммунизм, поебись. Блядь, я что-то был коммунистом. Я того разбивал. Не-не, надо пачкой ходить, братик. Ну нахуй там что-то затопил.
Мягко. Все должен надо выкапывать. Поэтому надо ходить в пачку. Какая же это хуйня, а? Алин шутер. Дай мне 5 минут. Делаю. Урода, нет, урода. Родимое пятно, пиздец. Родимое пятно? Знаю я твои, блядь, родимые пятна, нахуй. Все, тоже можно БКБ купить. Я ничего не успеваю, они, блядь, пиздят меня моментально. Хуя, ненормально слышно в итоге. Пойдем орды поставим. Вообще заебись. В натуре. Блять. Тихо. Ладно, надо спать идти, да? Я такие приколы знаю. Я таки да. Можно попробовать их забайтить также, ну. Что диск себе купить, просто врываться, блять, первому нахуй замету. Давать рассказы. Зачем землянку раскопал Фродо? Опять грибы жрал в лесу. Нет, землянка. Фродо, чат, сука. Чат, сука? Угу. Я говорю, что мне понравится, что ты землянку раскопал. Я же говорю, наш дом вырастает, короче, из земли. Из земли игр дом вырастает, поэтому нахуй иди. Все нормально. Тем более только одна комната. Основной бункер уходит вниз. Глубоко в днище. Ютуб. Зайдем, отойдем. Блять, а часто по говно ебашит. Да. Если еще раз видеть, ну че прокинется, я опять в обморок упаду и сдохну. Падай нахуй, блять. Ау. Вот что написал. Игорь, задануть мне, давай карточку тебе скину, ты мне задонутишь. Он написал, сука. Не, да ты мне лучше, блин, денег задонутишь, Игорь. Ну, значит, нарежь меня сразу. Насрать. Просто пускай на карточку скинь. Денег. Что, мне понравилось? Я не знаю, Игорь, что тебе не нравится, да, по-моему, охуенно. Он сказал, Гордон. Он сказал, Гордон, мне нравится. Бля, братик, отходи. Да, просто на карточку интересно, да, донут пускай. Еще скину. Кидай 5000 мне данутом. Катя тут настроит, ты мне 5000 данутом кинешь. Я такой буду. О, 5000 данутом. Такой, ничего себе. Реакцию буду такой записывать. 5000 данутом. А лучше всю ЗП скинь свою, пидор. Игорь, давай 42. Дальше, блядь. Ты помнишь. Да, мне ударить было, блядь, этого хуесоса. Новый день подскажет. Будет появиться все в факелах, нахуй. На ротам тебе кину. На ротам мне кинешь? Хоть ты падла.
Да ну ты не хочешь закидывать, ну пиздец, Игорь, ну я в пиздец. Ой. Мальчики, кидайте токены. Токены, токены. Михаил, кидаешь токены? Не, Михаил слишком серьезно играет в доту. Блять. Чё пхаха? Чё пхаха? Когда Игорь домой-то, блять? Когда? Я хочу, у меня уже говно, блять. Долго ты там? Там, подожди. Ты выебал. Чё, он будет там? Нет, я придумал, написал. Это охуительная шутка от Игоря. Нет, это моя шутка. Не пробуй. Ещё более охуительный. ХЗ когда домой? В смысле ХЗ когда? Как так? Херон там сидит, он уже ждёт, нет? Ты будешь ждать пока флюшка, а флюшка через несколько дней будет готова. Сижу в очереди. Дарья, и сколько там людей? Катя интересуется, сколько там людей? Катя тоже хочет смотреть. Да, как люди играют в Майнкрафт, не хочется. И хочет путешествовать. Она что, на допы, блядь? Капать и грязи. Да, до завтра. Все, Михаил? Дота все? Все, я одну выиграл, одну проебал. Ну. Угу. Два часа потратил, заебись результат. Советую. Много игр, ну печально, пиздец, что могу сказать. Очень много людей. Очень. Все болеют. Сейчас там просто коронавирус. Вот его до этого у него не было, а теперь будет. Качай. Майнкрафт. Я скачал игры. Сука. Интересно, на стриме видно мой будет телеграм? Не должно. Качай. Капец, я бы не хотел, чтобы на стриме было видно майнкамп. Майнкамп в душе моей. Сердце красавицы. Колонок из меди. И перем. Бахну. Бахну в пельменев. Бахну в пельменев. Сделать себе подобную картинку для стримов Майнкрафта. Блять, нет, ночь. Я свой Майнкрафт покинул. Чё я сделал? Это важно. Я стурёс. Там один мой фотошоп. Когда я пытался встроить персонажа в мирный мир, во вторую я в моем аниматоре взяла. Не бесит зубную пасту и пасту. Конфиденциальные, сука, свои сохраняешь? В очереди сижу. Думаю, там умру. Здесь я похугаю. Очень хороший график. Что лучше, здесь болезни или в очереди? Не знаю, Игорь, спроси.
Уже умер. Как он пишет. Непонятно. Напрягай. Михаил, Михаил, Михаилович. Алло, хорош. Михаил, 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 видишь ты. Михаил, мечты. Я в вагоны миворую, как пчела тружусь. Я всю Россию распизжу, пока его боюсь. Путин страшный, очень страшный. Я его боюсь. Как пчела тружусь. Зубы, зубы, зубы. Подопись, какой метр маленький, сейчас смотрю, это очень мало. Так, ну шалкеры очень крутые. Сталкеры? Шалкеры. Хочу в пещеру. Хочешь в пещеру? Когда хочешь в пещеру, они вот это все. Копайте метро, как я. Эксодус. Метро Эксодус, там чтобы всякие хуйни спавнились. Да. Иди своей дорогой, сталкер. Шалкер. Шалкер. Да. Сколько лет я мал всякую пучку, которую я открыл? Да недолго. Года два. Да? Наверное. Вообще не по идее не портится, но все равно. От силы. Он написал, что в твою шахту. В мою шахту? Мою не надо. Нет, не для тебя цела. Моя шахта. Копалась не для тебя. И копалась не для тебя. И разрабатывалась тем более. Ух. Отвратительно. Ну пиздец. А чья? Чья деда, блядь? Я съел деда. Под крышей деда твоего. Уже ничего. Чё за пиздец произошёл? Он соединился с источником воды. Как говно, блядь. Просто построю так. Ну и здесь тоже. Вот. Все гениально. Все гениально, а просто. Ай, как? Что ты за комнату? Ты новую построил? Да. Зачем? Хочу еще комнату, хочу много комнат. Он будет так вниз идти дальше, дальше. Все по ступенькам так спускаешься, все ниже и ниже. Сам приготовить, но мне лень. О лени. О лени. Только хочу сделать ее гигантскую прям. Так сделай. Так сделаю. Взорви здесь надо. У вас есть порох на динамит? В пороховнице откуда у нас порох-то? Помнишь херню, когда хотели заблокировать статью в Википедии про Майнкрафт, где говорилось, как сделать динамит? Тупая фигня. Так вот настолько она будет. Потому что типа слишком похожий рецепт крафта динамита на настоящий. Ну, по-моему, любой школьник посмотрит на этот крафт такой. Теперь я знаю, как делать динамит в реальной жизни. Любой школьник, не любой. Запомни это. Я запомню. Как темно. Как темно. Как темно. Как темно. Как Дида. М? Корона как Теврон. А диадема. Это будет тренировочная комната. Чё тренировать будешь? Не знаю. Мы будем здесь объявлять этот.
вербовать наших. Я думал, ты четко прокопал, но ты тоже да. немножко ошибся. У меня все время с этим проблемы, я не понимаю, как делать. Все время выше копали, меньше. Это музыка спокойная, кайфовая. Потом еще хочу сделать глубоко-глубоко. Там глубоко-глубоко есть земля. Ты не поверишь, там Новый год, два раза в год. Вы можете замечать Новый год. Два раза в год? Да. Один лет. Кто сказал, что Иисус не родит? Новый год не наступает. Кто сказал, что... Нет кирки. У меня нет кирки. Ты думал, Новый год два раза в год, это как что-то загадочное, но это не потому, что это Америка. Там празднуют и Новый год, и Рождество. Чё, везде празднуют? Получается, как два Нового года. Нет, это бред, это просто смесь песни без смысла. Да, ну, не знаю. Там далеко-далеко есть земля. Типа далеко за океаном. Два раза в год. Глубоко. Тоже. Блядь, не знаю, глубоко беру. У нас там тоже два раза в год. Новый год. Там насрать на Рождество. Хуясь. Там не празднуют, там и то празднуют. Ну все, Катя, американец. Hello, my friend. Блять, американцы. Косоглы. Да, американец. Короче, видел мемес. Uh-huh. А, прошло там 3 дня, блять, вернулись. Когда изоляция началась, вернулись птицы там, блять, спустя месяц там. Ну и дельфины там, типа, спустя там, блять, 2 месяца такой, типа, со семьей вернул. Чего, блять? Панчлайн я пропустил какой-то. Короче, типа, блядь, три дня изоляции, когда люди дома сидели, типа, прилетели птицы. Ну да, я это видел. Прилетели дельфины. Угу. Прилетели дельфины, ебать, даун. Ну, вернулись дельфины, короче, уплыли. А, там, допустим, спустя месяц, блядь, батя в семью вернул. Батя в семью, да, смешно. Я тоже. Просто я там даты не помню, но... Нормально. Просто был мемес, когда, типа, просто сначала список, а потом, типа, там этот... Бля, там или сколько по времени, типа этот мужик детей обнимает, я что-то думаю, нормально вообще. Всегда детей обнимаю. Всегда детей, говорю, обнимаю. Хули ты из семьи ушел, Андрей? Недостойно. Пойду за молоком на 10 лет. Чуть мало взял, больше. Пауэркрафт очень интересные стримы. Очень офигенно. Вот так они все выглядят. Да, как бы. Если там чувак ни хера не харизматичный, который Майнкрафт стримит, то так они выглядят. Я понимаю, как это играть, но как это смотреть? Не знаю. Какой булыжник. Думаю, вечно, бесконечно. Блять, опять затопило меня, ну пиздец, ну чё за хуйня? Я, блять, был с водой. Мобида садится. Лол. Теперь будет 3 часа сидеть в очереди с излежным. Да, теперь ты будешь, блять, без мобилы сидеть в очереди. Это прикинь, какое ГГ. Надо было заряжать. Надо пауэрбэнк с собой таскать. Сейчас в пещере будет весело. Нахуй пещере. Да, в какой надо пещере. Я в пещеру не пойду. Законом не закон. Бля. Блять, она меня сожрала. Она тебя сожрет. Ай, бля. Пиздец. Нет, не тут застраивать. Глубже. Да глубже. Глубже бери, бля. Куда уж глубже. У тебя тут, ты тоже копаешь. Нахуй, я уже ничего не копаю, докопал. Последнее. Все. Хватит комнат. Какой хватит комнат, Игорь, блядь? Надо больше комнат. Ты че ебанулся? Какой хватит комнат? Хогвартс, да. Минимум. Ну, хотя, чтобы дрочильню, блядь. Поздно, а ты уже сделал комнату. Хватит, блядь. Он меня слышит через стрим? Чего? Он тебя не должен слышать на стриме. Сделал его. Игорь, ты слышишь Михаила? Ну как бы должен, я же специально. Вот в третьем измерении. Я не Игорь, если что, Игорь пидор.
Это понятно. Садится он, блядь. Я бы сел на бутылку. Да, слышит. Да, слышит. Михаил, слышит он тебя? Слышит. Да, слышит. Да, слышит. 115 база, ответьте. Ну, он только в чате ответит, максимум. Ну, главное, что меня слышит, да? Да. Потом можешь называть его всякими хорошими именами и нехорошими. Обожаю за спину. Он пишет прием. Он пишет прием. Прием, прием. Прием, прием. 24/7. Вау, танец лохтей, вау. Вау, вау. Стас меня светит, блять, даже не видя. Вау. Так, чё я вообще хотел-то, блядь, а? Комнату туда надо, угля, угля. Сделай большой склад. Где уголь, блядь? Партия сказала, надо делать. Может, в общаке? Или ты это в мастерскую все сложил? Так в мастерскую нет, а только что оттуда. Ну, значит, кончился уголь, ёпта, бля. Зачем топор сложил? Не засирай. Топор, бля. Чё такое дёрн? 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 А, это этот. Откуда он у вас, блядь? Я не ебу, блядь. Это шелком касанием дувается этот, типа земля, ну, на которой трава растет. Как хорошо было в Советском Союзе, блядь. Ну откуда это у вас? Это нахуй тех охуевших расстреливали, нахуй. Охуевших, да, да. Их, блядь, маньяков убийц, блядь, ну типа. Звезду, блядь, свои налоги плачу, как бы. В принципе, кстати, Андрей, а вообще вопрос такой, можно ли считать, что я поддерживаю общак? Типа засылаю в зону. По факту я с налогов плачу. Ну это да. Можно ли считать, что я делаю подогревы, вот? Ну тогда я тоже делаю подогревы, и каждый из нас делает. Угреем, пизда. Блять. Как бы тогда все нахуй делают? Ехал, подставился, заехал общак, обратно, блядь, перекос обратно. Котел. Общак, ты, блядь, гуглил, что такое общак? Только что забыл, общак, или что через кэт. Существует две разновидности общака. В местах лишения свободы и вне мест лишения свободы. По воровским законам, снос в общак должно быть добровольным. Хотя на практике это требование не всегда выполняется. Общак находится под контролем авторитетного преступного лидера, пользующего доверием преступников. Вор в законе, положенец или смотрящий? Смотрящий, говорит, смотри. О, Михаил, ты смотрящий или положенец? Подсматривающий. Подсматривающий, ну, блядь, мне кажется, это зашкварно. Подсматривающий. За кем, Андрю? Смотри, за кем. Ну, блядь, ну, в тюрьме, там, максимум за мужиками ты можешь подсматривать, поэтому... Ну, есть просто смотрящий, так а что, типа, смотрящий получается тогда не зашквар, да, по-твоему? Ну, смотря что он смотрит. А заместитель получается. Заместитель подсматривающий? Он же уголовный авторитет. Заместитель смотрящего, потому что я подсматриваю. Все просто. Да, в нарушении правила сбора хранения, использования общака, строго наказывается. Формирование общаков началось от начала 19 века. Так, в местах лишения свободы. В местах лишения свободы состоит из денег, продуктов питания, сигарет, чай, вещей, короче, все. Хочу, блядь, чай, нахуй, в общак. Выполняется за счет передачи средств регионального общака. Средства общака используются для подкупа администрации, сигаретами, поддержки заключенным, подходящим в трудном положении или их семьям. Защиту на помощь могут лишь определенные категории заключенных, блатные. Лол, меня сейчас убьют просто потому, что он все хуйтосы на панде спит. То есть у опущенных есть свой общак. Ебать, они опущены. Значит, у опущенных должен быть свой опущенный авторитет. Которому не доверяет свой общак. Я шарик так. А вне мест лишения свой общак вообще. Ой, для... Я не хочу это все читать, слишком много текста. Мне нравится, что здесь есть отдельные статьи про положенство вора в законе. Смотрящих, мужчины с блудной, крышевание,
В русском жаргоне уголовный авторитет, который уполномочен решать вопросы, отнесенные к ведению ВРО и отвечающие за ситуацию в отдельных районах города, в лагерях, в отрядах, в тюрьмах, в камерах. Идеально просто развалилось. Назначается положением положенцем или вором в законе. Значит, положение свыше. Это выше, положенец или вор в законе? Михаил, кто выше, положенец или вор в законе? Его знает. В смысле, блядь, его? Вот ты, бля, Михаил, ебать ты попущенный, бля. Старший твой. Кучеряв базаришь. Да? А, не, положение получается вором в законе, значит, вор в законе круче, чем положение. О, все накидали. Значит, вор в законе, короче, круче, мы тут выяснили. Ну, в русском жаргоне положение с криминальной иерархией человека. Просто я не помню, такое положение, блядь. Вообще право принимать решение в его отсутствии от его имени, типа как зам. Зам кого, Кать? Вора в законе. Вот это зам вора в законе, короче. Понял, да? Вор в законе назначает положение на определенной территории или в сфере деятельности, например, в городе, в России или в Украине. Кандидатом на звание вора в законе его. Своей деятельностью он должен доказать, что достоин повышению статуса. Пиздец. Положение сможет назначить смотрящего, который находится ниже его в преступной иерархии. Понял, а положение, короче, этот, смотрящего, блядь, ставит. Понял? Круто, да? Блять, веселуха. Нанес, блядь, 4300, блядь, урона нахуй. Я сержант. Как я был таким же этим, ну, капитан. Ну, понятно, что это 1000 урона там еще нет. Понятно, идет, не сам факт, блядь. Я в задницу стреляю, хуй сосу и не пробиваю, заеби. Ебись, вода. Заебись. Вода, да, а чё нет? Он стреляет по мне просто и не светится, блядь. Не, ну кодекс бог. Криминальных традиций я читать не буду. Ты барабан меня всадил. Ну понятно. А ты, Михаил, знаешь кодекс криминальных традиций? Это как пиратский кодекс, только нет. Тупер кодекс, все тупер криминал кодекс. ЛТшки прилетели опять фуловые, сейчас меня отпиздят. Убить. Я нас респавнился. Попросветило, блядь, сейчас будут меня в очко ебать. Очко, блядь, береги, очко с молоду. Проживание на материальных средствах, добытие преступных путем, пропаганда воровских, обычаи и традиции, а также преступного образа жизни. Мы обязаны держать слово не только перед братом. Здесь просто я в ахуе. Вот эти колесники, блядь, просто у тех, у них просто мать болеет. Организация сбора общего. У кого эти колесники баны? Просто, блядь, кусок говна. Это летит просто на похуй, не сладей, стреляет, попадает, пробивает. Блядь, нахуй садиться, нахуй что-то делать, блядь. Просто нахуй едешь, блядь, вот пизолин, блядь, 0,5 и вперед. Требовательность к братве и контроль за их исключительностью. Организация противодействия государственным органам. Короче, я все понял. Вор в законе норм, чел. Я кто, смотрящий или положенец? Кого в армию сходим, еще раз заебал? В армию? Не-не-не, не пойду. Блядь, сон приснился, что меня опять забирают в армию, а я, блядь, ну, типа, блядь, какого хуя я только приперся, блядь, типа. Опять нахуй на год пакуете, вы че, ебать? Ебать, жестко. Сон был стрёмный, блядь. Страшно. Может, я тут пропагандирую этот кодекс чести. Гуманизм. Преступный. Гуманизм пропагандируем только. Я своим видом пропагандирую гуманизм. Капец, ты загнан. За ростовскую братву. За ростовскую братву. Культуру. В смысле, блядь, на день рождения мы Михаила кидали. Да, слышал ее. Не считай, как бы я слушал.
себе думаешь, вы казаки? Угу. Я думаю, не надо. Я думаю, надо, надо, надо. Нам мне это надо, надо. Так. Может, надо. А может, надо, надо. А может, это надо, надо. Я как бабочка что-то там летаю. Сделай в вот этой комнате камин. Каминг-аут. Каминг-аут, да? Камин-аут. Это твой гей. Я бисексуал. Я пидорас. Я гемогей. Маги. Я, кстати, тоже. Вот так и живем. Михаил, а ты пидорас? Ты гомогей? Он коммунист. Ты пидорас или коммунист? Гомо-сапиенс. Гомо-сапиенс. Никакой ты не коммунист. Партия всегда боролась с алкоголизмом. От алкоголика. А ну-ка, пошел отсюда. Чё ты несёшь, блядь? Да я не знаю, откуда ты сказал вообще. Я помню, Анастасова взяла. Блядь, второй выстрел даю в 38 хп у чела, блядь. Я сташка, броня не пробита. Есть пробитие. Ну ничего, Михаил, когда мы придем к власти, мы, блядь, сейчас ставим броню пробиваться. Когда мы придем к власти, мы будем пробивать всех, я понял. Короче, нормальное пробитие, ебать. Угу. Всем причем. Ну а чё, нет, что ли, как бы нормально, даешь пробитие, как бы. Я считаю, что это лозунг, блядь, новой партии от World of Tanks. Демократия. Да, свободные демократы. Наше все. За свободных демократов. Или какие-нибудь там. Демокрит. Я не знаю. Я тоже. Ну кто-то ж должен знать-то. Нет, нет. Кто играет? Пидорас подставился под мой выстрел. Блять, я открыл нахуй сундук мертвеца. Йо-хо-хо. У меня крыша есть просто. Ну лаю. Я тут хотел то, я хотел туда тыквы поставить потом. Блять, наркоман. Так. Так. Чё ты делаешь? К чему это? Чё? К чему это? Чё? Я немножко не понимаю. Там есть слово Майнкрафт. Когда, знаешь, крипер падает. Откуда-нибудь. Ну, только чики-чики бэнь пиздец. Пиздец, сколько тут лежат нахрен. Всякой херни. Ну аж весь камень не помещается. Ой, я вот это слушаю. Крипер, hello. Это вообще пиздец. Которая песня еще не нравится? Не знаю, это вообще пиздец какой-то. Крипер? Как нахуй крипер? Fucking крипер? Пиздец, надо сложить нахуй всякую хуйню. Почему никто не хуесос? Я вот ставлю ногу слю, блядь. Так, палки. Вот Артуречка подъехала, блядь. Так, оружие. Вот тут, короче, будет земля всякая лежит, ебал. Блядь, вы гоните дерьмо. Просто. Помойка голимая, нахуй. Ну почему, блядь? Сука, сложно, блядь. Видишь, просто светишь все, показываешь, блядь. Просто бери, блядь, и стреляй, нахуй. Нет, блядь, мы не будем. Не будем, но мы не будем попадать. Майнкрафт бой здесь. Просто арку хуесос бросить не может, блядь. Боже.
И хуесоса рядышком стоит. Ну, блядь, иси же, блядь. Похуя нет. Да я тоже люблю Майнкрафт. Так. Чё там хотел-то я? Интересно, на... Ну как заберби нахуй. Это бред. Это прекрасно. Это как вишневый. Блять, я гравий хуйнул зачем-то. Не, вишневый семерка это смешно. А это не смешно. Это не смешно, это говно. Почему? Потому что говно. Я только. Самая лучшая. Майнкрафт, блядь, накормил говном. Майнкрафт лучше, чем все мы. Все мы? Да. Майнкрафт будет я здесь. Я не хотел брать арту поначалу. Думал, ну типа знаешь, как бы этот старта... Ты бись поражение. У нас овертайм и у нас я поражение. Будем все это время это слушать. Блять, такой нормальный бой, блять, был, просто проебали все. Бой? Блять, надо 15 уровень получить, чтобы танчик взять уже. Черная привора. Лак. Это 146 тысяч, я в ахуе просто, я не понимаю, как это. О, опять этот комментарий про черную куру, у меня много трубки на стеклах бронировки. Блядь, твой день, блядь, по 100 тысяч максимум вывозишь, блядь. Есть ты, помнишь, тоже на пап, блядь. Как наделась эта хуйня, okay. Светильник? Из маленьких кусочков вокруг факелы. Снаряжение, блядь. Ух, ебать. Ой, бля, ой, дебил, ёб твою мать, здесь эту игру не видел. Я минусанул все железо. Можно обратно собрать? Можно обратно, но я тоже потом подумал. Попробую все 8 ячеек заполнить. Нет. Нельзя. Бля, вишневая семерка, ты любишь Майнкрафт? Я люблю Майнкрафт. Ой, блин, нет, тут все равно страшно. Не, можно. Я не знаю, что он там видел, блядь, надеюсь, бога. Я люблю Майнкрафт, я люблю. Ну все, собрал. Да, 7. Ну там, блядь, можно потом собрать, короче, забей. Да, не собери все. Не лень. Можно быстро сделать, через книгу. Насрать. Через книгу забери. Гибигус. Фикус. Гибискус. Гиганофикуса. Мало. Сейчас железо прям в светильники превратит. Ну не все. Да, 7 штучек не превратится. Просто как бы надо же делать красиво. Напиши, ты делал углю добывать. Вот уголь с оглы надо, кстати. С оглы, кстати, да. С оглы, кстати, да. Да. Рад-та-та. Я говорю, что там есть уголь в пещере. Затоплено? Ну, не в том, который рядом с затопленной. Затопленная пещера? Так, хуяк. Хуяк. Я строю. Гениально. В это, в адском обновлении добавили вот цепи. А хотя цепи. Как вот эти, цепи, которые можно просто подвесить, очень круто. Во. Для дизайна. Прям все решетки как цепи используются. Прям вот. Реально цепи. Как там делается эта тыква? Так у вас есть тыква? Я знаю, я забыл. Блять. Ну, просто вырезаешь, что натыкает.
Чика, фонарик, чтобы я попадать. Мне 4 тыквы надо. Я все тыквы там беру. Да? Ну, у меня. Ну, там есть вырезанная тыква, и с этими лежит. Готово это? Нет. Я тоже беру. Да. Дальше? Ну, видишь, пшено падает. Надо падать. Насрать. Ну, ладно. Много не мало. Мало немного. Хуяк, 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 хуяк. Нам нужна картошка. Ну, зачем еда, чтобы не тратиться? Просто картошка удобная. Все, картошка надо садить. Что у тебя там птенец лежит? Плотини. Плотини? Плотини, да. Мишель, плотини. Ну чай пьёшь? Из чистой кружки. Дай мой чай, я буду макать туда. Какой чай? Ну чай. О, блядь, кормим все. Пиздец. Это пиздец. Да, выведи курицу. Несложно. Двигаться не могу. Надо не забить кур. На какой забивчик, блядь? Ну, куры, кстати, да, куры бесполезны вообще. Ну, яйца, кому нахуй нужны яйца эти? Шерсть, я могу так нахуй. Пол сейчас сделаю. Белый. Почему белый? Потому что у меня белая только шерсть. Так можно покрасить. И ковры, и шерсть. Как я тебе покрашу шерсть? Берешь, делаешь красители, если ты такого красного. У меня их нет. Найди. Тем более у вас есть. Тем более есть. Сейчас будет еще больше кур, блять. Бля. Их сейчас будет 1000 просто. 1000 куры, их кур. Там 1000. Хенда куры. Чё? Что играешь? В Майнкрафт хуя. У меня тут ферма, блядь, очень жестокая. Кура снесла яйцо. Чё, ещё? Да. Чем больше кур, тем больше яиц. Как ты? Ты какой-то хуже. Один знак какой-то, даже друга нет. Пиздец. Как ты убежал-то? Блин, зачем? Зачем ты лопату отрезал? Я представил это в реальной жизни. С него ничего не упало. Да, он же маленький, с них даже опытки падают. Я тебе говорю, Маджан, специально так делаю, чтобы ты маленьких не убивал. Всех буду убивать. Как котята, то оно так нормально. Всех нахуй убью. Так что я хотел. Не пускай сидит. Подни на бутылке уже хорошо. Посмотри его на бутылке. В смысле краситель, как его сделать? Цветочки переработать просто. Какие цветочки? Какого цвета хочешь, такие. Какие? Какой я хочу? Не знаю, вон желтые цветочки. Хочу синий. Хотя не то желтые, да. Покруче. Да. И просто их кидаешь и все. Да, можно ли еще смешивать, если цвета смешиваются, я не знаю, можно, например, красный с синим получить фигуру. Пиздец, просто только засветился, сразу две арты, как уебало. Як уебет две арты, пиздец будет. Вот если, по-моему, зеленый с синим, то получится, по-моему. То есть, желтый с синим получится. Вот. Можно покрасить шерсть отдельно, серьезно. Сколько? С одного красителя красится шерсть? Одна, по-моему. Блять, лол. Можно отдельно ковры, проще, по-моему, сделать просто много ковров и их красить. Я ебанусь, нахуй, столько цветов искать. Вот цветочки.
Желтых больше, можешь лучше желтых. Я, короче, сделаю смешанную. Смешанную. Клетчатый ковер, пахнет. Угу. Крашу сердце. Угу. Синий краситель можно еще из лазурита сделать. У меня его больше нет. Нафиг ты его использовал? Блять. Прости, я не думал, что глубоко зайдет. Прозвучал страх. Если не видеть контекст. Контент. Контент. Забивщик. Мальчики походят на забив. Игра забива. Приходит забив. Че забившься? Ты чё, блядь, чё ты как чмо, чё ты как черт? Чё, ты не патриот? Сделай ковры. А Михаил? Будешь делать ковры? Боже, такие пидорасы, я бахнул просто. Да вот я так и буду делать, вот ковры мой. Так постели просто ковер. Ну вот сейчас постелю. Не, ну я имею в виду, просто сделай ковры, постели ковер. Нахуя? Не знаю, круче? Нет. Почему? Хочу так. Ну тогда где-то 4 ковра и стоит 2 блока поставишь. На сам. Философия! Урбанистического безвременья. Плагиат топ, кстати. Блять, ну плагиат топ. Блять, как хуй делаешь? Не знаю. Вот именно. Херню, и вот нахуя так жить? Так раз нахера жить скучно. Тёха не играет? М? Тёха что, не играет? Во что, Катюха, на чем ей играть? На... Сейчас нет, а вообще играет. Блять, где там нахуй инструменты? Я с радостью с тобой. Я не могу. Я хочу проверить, пойдет ли на это. Вообще хочу ноут, как у Мадимурка за 1000 рублей. Мне бы очень с ним повезло. Я хочу такое же, чтобы рисовать, смотреть видосики. И играть в всякое говно. Майнкрафт. А так, наверное, такие ноуты стоят очень много. Я бы хотел себе ноут, но не слишком дорогие. Не хочется такой бабок со сложного друзья. Хоть я считаю, ну вот очень полезная вещь. Так бы я все равно за компом сидел. Так бы такой, о, я делаю рисуночек из потом. Я так здесь сижу, как заработай, купи себе ноутбук. Я все равно не хочу столько денег тратить. Ну, блять, ну тогда соси хуй. Mm-hmm. Все ж логично. Mm-hmm. Ну вот я сосу хуй. Ну вот правильно. Михаил, сосешь хуй? Mm-hmm. Кто говорит? Лисков президент. И всю жизнь лево. Смысл жизни лево. Потому что дур. Потому что дур. Делай зачаровасню. Зачаровасню делать? Сам делай. Я не хочу ничего делать, я хочу просто делать комнату. Делай комнату. Можно было все ее обить, короче, этим белым сердцем. Это была бы... психушка. Для Игоря. После танков. Сделай маленькую психушку, чтобы он там сидел 10 минут после танков. Пускай сам себя там, блядь, делает. Тогда он с ним выйдет. Почевальню. Зачаровальню. Да я понял. Я тоже понял, я без специально так читаю. Смешно. Иди на нахуй.
говори, я сейчас суперсуса буду слушать. Не надо суперсуса, блядь. Никакого. Да что ты мне сделаешь? Это же вообще пиздец. Моя девочка, так как вообще за это пиздец. Попал в пидорас. Суперсус попал в пиду, когда конец. Нет, суперсус. Нахуй суперсуса. Суперсосус, блять. 9 хп, блять, я не попадаю, заебись, или, блять, не пробиваю. Золотой ребенок. Пиздец. Вкусняшку клянчит, блин, и много-то нельзя вкуснять. Понимаю, понимаю. Это не жалко, блять, но... Что котик, живи, поэтому. Бля. Что-то я напутал. Это звенит. Слышал жизнь в мем. В колбасе. Колбаса. Кто не с нами, тот под нами. Образовался персусы. Тут так мало желтого использовал. И так надо много синего. А у тебя его меньше, чем желтого. Ай, блядь, тут тоже. Вообще дичь какую-то натворил непонятную. Да не, все нормально. Вот. Да, теперь все тут надо заполнить синим. Сам все запутал, блядь. Умер-то. Все звездец. Что ты мне сделаешь, я в другом городе. То я не выжил, то получит, то похлебал, или как-то. Две голубые шерсти. Не пришек здесь дерубались. Хоп-хоп. Какая-то кислота, конечно, получилась. Да, заходишь, и ты внутри комнаты, а я просто лежать на мягком полу, и это не вот. Надо кисю туда. Мягкое. Чё, он там лапки будет мять. Да. Она будет тонуть в мягкой шерсти, в мягком ковре, как эти маленькие кошки. В этом. В пупырчатой пленке. Она, блядь, прожимаешь, блядь, лапчик нахуй, получаешь пиздец от всех. Что, чё, вышел, смотри. Да, блядь. Странная, конечно. Долго, блядь. Потом доделаешь нормально. Ты что доделал? Ты так все забыл. Я думал, это... Ладно. Блядь, опять стена не та. А, я не доделал. А тут ты доделал? Какую? Это за тобой. Блядь, я не имею. Так посмотри. Мяу. Кубертат. Колбаса. Суперсус крутой. В смысле? Бред какой-то. Почему? Потому что. Ты просто не уважаешь суперсуса. Ты с ним, ты под ним. Опа, контракт за 25к служить заебал. За 25к? А через 20 лет получить квартиру? Там пропьем ее нахуй. Если меня не кикнут раньше. Удобно.
вообще. А если бы брать это третий блок? Александр. Че, на какой блок играть? Ничего не надо играть. Третий. Вот этот, который. Ну туда мне всплываться. Зачем? Да я в том этот говно. Супер Сус. Успокойся. Сейчас подгорю, блядь. Нет, ну тут ты всегда горишь. Ты даже, кажется, я делал, но тут горел. Хотя тебе говорит, да, я все сделал, все четко, блядь. В смысле? Я все четко сам сделал. Пиздец, блядь, я ебал. Взял только танк, блядь, на меня двое сразу же упоролись, пизда мне. А, ну тыков нет, блядь. Сразу, блядь, нет. Да я хотел тут тыкву поставить, поскольку ты их всех уничтожил. Кстати, ни разу, блядь, по мне ни рикошета, блядь, ничего. Все онли пробития, блядь. Она на 4. Умом, блядь, похуй. Даже больше. Только чего посадить тыкву? Дёгер тайм опять. Что, опять что ли проёб? Я их превратил в тыквенные пироги. Почему так долго копают? Что под водой. Да. Рамамбам. Зови свой видос, нубик в Майнкрафте. Дети играют в Майнкрафт, всякое такое говно. Большинство зрителей бы построил дом быстрее. Да. 99% зрителей построили бы этот дом быстрее. Проходит, отдают овертаймис, и проходит 30 секунд, блядь, то он заканчивается нахуй. Там овертайм минута 30. Игорь там. Я такой, Игорь, ты чё, не изменяешь? Такое, блин. А он такой, нет. Ты видишь, там такие круги, со стрелочкой красные. Типа, закладка. Да, типа закладка. В учебник. Сделай проигрывайте. Да нахер я. Ну, Зизаку, слушай, зачем я пластинку вам выбил? Я не знаю, потому что Сталин в доме, блядь, пластинки крутят. Сделай Сталина, блядь, пластинки крутят. Стойку для брони можешь сделать, брони просто. Щеки-щеки. Щеки-щеки. Срубить нахер сахарный тростник? Да и в пизду, он так много, он не надо. Ну, тогда уничтожь его надо. Не хочу. У меня биполярочка. Миша, что за ковер? Поставь обратно. Ты его сломал, ты и ставь. Так подойди. Нет, сама сломала, так ставь. Раз ты сломал, мне все испортил. На пойду полежу чуть-чуть такой. Давай, сходи, полежи. Мое очко. Смешно. Словочко. Словочко. Ладно, пока, короче. Подзаебало меня. Все, больше Майнкрафт не вернется. Угу. Все, Майнкрафт говно. Для пидоров. Для Игоря.